Приветствую всех. Посмотрим теперь, как работает новая Opera Mobile на новом же Nook Touch. Вот основной сайт rbk.ru. У него, слава богу, есть версия мобильная для PDA. Ее мы сейчас и посмотрим. Естественно, что читать ее гораздо проще. Теперь заглянем на еще пару сайтов. PDA.ru неожиданно. Открылся в мобильном виде. Можно увеличить изображение. Или уменьшить его. Глянем еще женский форум. Не знаю, есть ли у него мобильная версия. Ну, в таком виде, конечно, просматривать его будет не очень удобно. Хочу обратить внимание на интерфейс, который немножко изменился в новой Opera Mobile. Крупные кнопки, управление внизу, что гораздо удобнее, на мой взгляд, чем Opera Mini на этом же устройстве. Посмотрим на конференцию XBT. Стандартная версия открывается, но, естественно, пользоваться ей будет очень сложно. Нужно брать что-то более мобильное. Посмотрим еще пару сайтов. Например, мобильные сервисы Google выглядят здесь совсем по-другому. Заглянем новости. В принципе, то же самое, чуть-чуть помельче, чем в Opera Mini. Яндекс. Mail.ru. Мобильный хабр. И в финале заебук.орг форум. Мобильная версия выглядит получше, чем в мини.